Медведь там вообще просто бесится. Но он не здесь, а не там. А я еще забыл одну вещь такую, то что, ну, как бы может быть. А чё я тут? А чё тут еще-то? Ух, тут фугас противопехотная. И моно... Нет, там моно противопехотная. Ух, сколько всего красивого. И топорик я возьму. Спасибо. Пожарный топор. Все. Отдыхай, короче. Ну, я понял. Патронов здесь вот единственное, что нету. Я немножко извиняюсь за шорохи. Микрофончик ушел. Вот, патронов-то нет. Вот, я же и забыл то, что патрончики-то... Скорее всего, патроны, они предусмотрено так, что... Хотя вот странно, почему так? Грибы. Прям вообще их не найти. Так, у нас очко навыка, тем не менее. Нам надо его использовать. Куда, я вот не помню. Я хотел ножик прокачать, но что-то вот я вот... еще вот здесь вот. Будем сейчас внимательно изучать, потому что я не помню. Свободная, да? Что у нас свободное осталось? Сейчас, одну секунду. У меня тут грязючка попалась. О, понятно. Начнешь одно вытирать. Так, ладно. Окей, все чисто. Орлиный глаз я не брал. Увеличение дальности взгляда следопыта. Ну, как бы... Не сейчас. С тем же успехом можно вытаскивать болты. Так. Дополнительный выброс адреналина при малом запасе здоровья. Здоровья. Но... Алхимик усиливает начальный эффект от лекарственной микстуры и увеличивает ее длительность действия. Отличная форма. Значительное ускорение восстановления запаса сил. Вот это неплохо. Восстановление запаса сил при получении урона. Ну, запас сил при уроне. Ну, отличная форма, это, наверное, максимум, что здесь можно. Вот, типа вот, must have такой, легкий. Ладно. Здесь же у нас, мы так много всего уже вкачали, и так это вот как бы быстро произошло, что, блин, прям даже так обидно. Прям хочу еще вот шестой класс. Вот, возможность, это мы умеем. Перезарядка стрелкового оружия больше не расходует, концентрация это нам практически не нужно. Увеличение проникающей способности выстрелов из стрелкового оружия. Вот это вот красота. Там он что-то взрывается прямо на картинке. Такая вот прям дичь. Дичь, конечно, нарисована. Ну, вернее, отображено. Но тогда рукопашку. В рукопашке мы остановились очень быстро и как бы перестали что-либо делать. По-моему, мы с камня уже оглушаем. Я же кидал-то камнем, ну не случайно, а целенаправленно кинул в тетку камень, но я не понял. Она отвлеклась прям вообще, прям навсегда, можно сказать. Надо будет, кстати, попробовать. Но с ножиком у нас явно. Серия ударов за сапожным ножом причиняет вдвое больше урона. Вот этого у нас явно маловато, мы это качнем. Вот, ножевой бой освоено. Пусть будет, пусть будет. Серия ударов за сапожным ножом причиняет вдвое больше урона. Пусть будет, это хорошо. Вообще надо было вот это взять. Ну ладно, возможность бесшумно атаковать тяжелых фриков. Это здорово, да? Бесшумно атаковать тяжелых фриков. Возможность убивать тяжелых фриков и крупных животных, вырываясь из захвата. Убивать именно. Ну да ладно, будет у меня топор. Мне ничего не страшно. А, где мой мотик? Я отошел от мотика. Его еще больше не видно в зелени. Вот. Я проеду прямо, грибочки, ягодки, может, соберу. Я, кстати, думал, что это трава. И вот все так далеко сразу. Медвежья ягода. Да. Ну здесь же медведь там где-то он прыгал. Да, погода здесь меняется вообще.
призвуки, я не знаю, это ветер или... Где грибы-то были? Ну, я видел грибы. И они были где-то здесь недалеко. А, вот. Понятно. Навозники. Байк красавец, конечно. Мне нравится пока что все, что здесь есть. Отвезти сапоги сейчас надо. Я за ягодами на самом деле. Я вижу тяжелого фрика, но я же не вкачал от нифига. Так, и у нас он там уже в противоположной стороне. Уже ничего. Ягоды здесь недалеко, я помню, я же их здесь собирал вот одного. А от этого громила даже аж убежали какие-то там волки или еще кто-то там был. Ну, в общем... А, это олень какой-то. Вот сейчас бы, конечно, коготь. И проверить вообще, что такое коготь. Но... Слышь, ты придурь. Ладно. А вон там кто? Секунду. Пока я вижу. А, глюк. Пенек. Ну ладно, ушел и ушел. Пофигу. Мне надо заправиться вообще. Ну, олени могут спать спокойно. Я как бы живых не беру. Здесь же прямо вот здесь вот было, да, ягоды, да, вот. Ну такой мини-день травника, как бы не нарочито, так просто. По пути пока думаем. Грибы, правда, близко совсем были, ну ладно. Заправку я помню, то что да, она прямо. Там что-то уже... И, кстати, вот... Олень на дороге! Ну теперь ты не грозит попасть под машину. Ну да. Ладно, не будем стрелять. Вопросительный знак там. Ладно, пацаны и девчонки. Где ты? Бум. Как тебе? Бум. А, это альбинос. Нет, фрик. Ну, я хотел бошку ему снести. Посмотрим, кстати, сколько нам сейчас дадут мяса. Пять, надеюсь, пять. Не пропадать же мясу. Пять оленины. Да, пять оленины, это вообще... Это, ну, вот это вот насколько... Раз больше не то, чтобы носить, а... Пять раз больше можно получать. Что, намотали проволоку? Надо подзаправиться. Подожди. Проволоку намотали? Нет. Я уже слышу его по шагам. Ладно, я пока отойду. Ну просто, как бы, хотя можно уехать где-то еще заправиться. Здесь-то вообще что есть? Керосин, который всегда можно.
мне интересно сейчас с ним сражаться, он выгрызет половину. А, здесь можно только спрятаться, понятно. Но он меня не видел, не слышал, я его тоже. Ну, прошел мимо такой, типа. И посмотрим, как питается. Типа у нас полевая экспедиция Нера. Детей жрет. Ну так вот, собственно, это. Как бы секрет успеха. Как его называют? Громила в том, что. Может ему фугас кинуть? Гранат. Две гранаты под жопу и нормально. Да не, он уйдет и все. Его сейчас олени привлекут. Ну типа он меня увидел, окей. Да, ну, тупи дальше, там я пока заправлюсь и уеду отсюда. Ну, на крышу. Пока он понюхает там, пока он еще... Пока штаны поправит. Пока штаны поправит. Понятно. Ладно, зато байк не уронил. А, не уронил все равно. Дай уехать, а. Я хочу уехать, дружище. Я не вижу, что там, что ты хочешь от меня. Да не ломай ты уже байк, придурок. Ты же не такой умный, да? Ай, блин. Сейчас, кстати, если что, попробуем в него впилиться. Сколько это дает? Ну ладно, не... Там был раздон маленький. Я думал, у него впилиться и посмотреть, что будет. Ну не так это интересно. Олени, а ну брысь. Блин. Лослейки какие-то самые тормознутые эти. По-моему. Не сломал даже. Здорово, Рики. Вот его нож. Слава богу. Когда Джо Хеслин узнал, что он вернулся, он был в ужасе. Ох. Я так рада. Да. Ну, до встречи, Рики. Сколько людей он угробил? Да, я сказал, он не сказал, он вообще там один был, но был после Нера, он вообще супер псих. Трофей на ход 60%, тем не менее. Ему нужно излечить душу, это понятно, но я хочу поехать к Такер, если это возможно. ЛК нашли, нет?
Просто, ну, что-то я не понял, что с ЛКМ? Куда надо было поехать посмотреть? Ничего нету, никаких отметок. Непонятно. Ладно. Пообщаемся тогда пока с Эдди. Эдди. Дикон, чем могу помочь? Я насчет Бухаря. Что с ним? Ничего, просто... Короче, он не болен, просто не знаю. Ну, я же говорила, привыкнуть будет тяжело. Препараты у тебя есть? Антидепрессанты или типа того? Нет. Откуда? Действительно. Ясно. Стой. Слышал, он в драку полез. Потому что какие-то сволочи убивали собак. Да, из-за этого мы с ним чуть не погибли. Ну что ж, вот тебе и ответ. То, что мы чуть не погибли? Слушай, что Уильям любит так сильно, что готов рискнуть жизнью? Ему теперь не тело лечить нужно. Ему нужно излечить душу. Понял. Спасибо, Эдди. Ему нужно излечить душу. Да мы сейчас еще одно очко опыта наберем. Так. Так, выживать не значит жить. Продолжаем. И чё? Что там, доступная работа? Недоступная работа. Ладно, Рики, отдыхай. Ну или чини там, не знаю. Сейчас день, предлагаю катануться. Куда мы можем катануться? Что с ЛКМ-то случилось, а? Катануться-то некуда. Эй, Дикон! Здорово! Ладно. Ну тогда день мясника. Если я был копом. О! Да, я понял. Казалось бы, у нас все должно быть хорошо. Мы обучены, у нас снаряжение, все такое. Но все полетело к чертям. Он был коп. Грабежи начались мгновенно, но хуже было другое. Все, свихнулись. Конфиденциальная информация. Стреляли во всех, кто казался им психом, не понимая, что они сами такие же. Я застрелил одну женщину на глазах у ее детей. Она убила человека, хотела забрать его продукты. Дети были заперты в машине. Я стал ее открывать, чтобы взглянуть на них, понимаешь? Но они были заражены. Жуткое дело. Наверное, все через такое прошли. Мне кажется, это было нужно, что ли, чтобы дожить до этого дня. Согласись? Ну что, ты согласишься или нет? Ладно. Новые истории. Так, бак мы заправили, поедем ягодки собирать. Где здесь ягоды? Ой, да там их полно. Ну, только они чуть дальше, окей. Блин, они настолько дальше, что это вообще кошмар. Зато буду знать, где собирать. Где? Понятно. Где-то сзади. Вот оно где. Буду знать, буду знать.
Да, напомню еще раз, это не обязательно делать, но я как бы так, пока никто не... Ну, пока нет заданий никаких. Я плюс думаю, плюс я не знаю, где Орда. Дикон, слышишь? Вот. Да, Эдди. Один из моих пациентов услышал, о чем мы говорим. И он вроде знает, где можно найти здоровую собаку. Так, я слушаю. К югу от Кэмп Шермана был небольшой пансионат. Ну, кучка хижин в лесу. Ты его знаешь? Нет. Это если ехать по Сантиаму, по той же дороге, которая ведет к лесопилке. И Рики сказала, вы с ней ездили туда, смотреть на Орду. Это когда вы поехали на целый день, типа к плотине. Да-да, ладно, я понял, где. Ну, мы же там были, походу, только что. Как бы... Будь по-твоему, найти здоровую собаку. Еще в другую сторону. Совсем немножко срежем. За крест опять. Вот опять вот какой-то крест лежит. А я вижу. А, ну да, все логично, через лесопилку. Все оно лежит вот реально и. Ну и чё? А, оно внизу лежит. Половину туловища. Ладно, спустимся. У нас же времени достаточно вообще. Прям вагон. Чтобы вот так вот бегать. Кошмар. А что здесь? Воу. Не понял. Я же включил фонарик. Ухо фрика. Окей, ухо фрика. А что здесь темно-то так, то что без... Даже с фонарем не видно. Тут очень стрёмно. Это просто пещера. А, кстати, что это? Это малой типа лежит? Нет, это... Вот, малой, да? Нет, тоже не малой. Это странная шахта. Своеобразно. Но я не понял. А, может, надо следопыта врубить? Нет, здесь тоже ничего нету. Вдруг какие данные Нера можно найти? Нет, ничего нельзя. А здесь ничего нет. Ну, неплохо, неплохо, только... Как бы... ни о чем. Стрёмно, но... Не стрёмно. Там же никого нет. А здесь была вообще какая-то орда? Походу, даже нет. То есть это как бы... Нам... Для чего-то это... Ну... Там даже... Ну... Ладно... Камень прямо на дороге лежал или что это было? Ну, благо мы сюда приехали днем. Яй... Только не говоришь, что здесь банша. Пес должен быть где-то здесь. Вы тут пса не видели? А, ладно, извиняюсь. Блин, да что там за знаки вопроса такие? Прямо они же здесь или где? Иди сюда, я не слышу. Вот она. А-а-а. Заткни. Хлев. Поймать собаку. Будь по-твоему. Ну, я поймаю собаку и...
Заодно и растений поймаю. Все, никого. Так. Ути, кто там? Кто там? Ути, какой маленький. Эй, дружок. Привет. Как поживаешь? Иди сюда. Эй, дружок. Привет. Иди сюда. Вот так. Привет. Давай, иди сюда. Иди. Ладно, ладно, ладно. Охренеть. Хватит. Хватит, хватит. Ладно. Будь по-твоему. Ладно. Прям запрещенные приемы. Надеюсь, нам не надо бы сейчас будет сражаться с Ордой ради этого. Эй! А ну давай, просыпайся, лентяй! Я чё-то не понял. Это что? Чёрт! Ух ты! Привет! Как дела, малыш? Эй, куда? Ну куда? Погоди, погоди. Откуда ты взялся? Я ни при чем. Да-да-да. Эй, эй, ты пить хочешь? Давай. Нальем тебе воды. Хочешь водички? Это здорово. А что они там делают? Это же наши... Это же наш... О, Бухарь тут хорошо устроился. Дик, ты меня слышишь? Надо встретиться. Слышу, да. Чего тебе надо? Я занят. Слушай, я знаю, ты пытаешься помочь лагерю, а я хочу помочь тебе помочь лагерю. Я буду ждать тебя у дома. Конец связи. Помочь он хочет. Ну, смотри мне. Попытка помочь лагерю. Где Бухарь-то? Ну ладно. У меня ничего нету. Сейчас посмотрим насчет помощи. Ну, как бы есть время пообщаться с этим помощником, блин. Встретиться с гнида. Несколько недель назад мы ехали на запад по Олд-Белл-Роуд и наткнулись на кучку сгоревших ублюдков. Почти полка. Понятно. Ну, я пришел, что хотел. Стой. Ну-ка, иди сюда. Шиза, в чем дело? Ты зайди внутрь, и я покажу. Я подумал над твоей идеей. Завалить вход в ту пещеру на севере, чтобы орды перестали переть через наши фермы. И что? Все уперлось в то, что Майк не смог найти запальный шнур. Ну? Я знаю, где его взять. Вот здесь.
Ну уж нет. Знаю, что ты думаешь. Нет. Понимаю тебя. Это территория упокоителей. Когда я в прошлый раз туда полез... Ты добыл лекарство и спас друга. Добудем шнур, взорвем пещеру, бух, прощать, фрики. Угу. Это же была твоя идея. Слушай, они перекрыли свою границу, они закрыли тоннель. Если я туда полезу, начнется война. Я разберусь. И вообще, я пойду с тобой. Прикрою тебе спину. Ты только вооружись получше, хотя, если повезет, это не понадобится. Встречаемся здесь. Через Айрон Ридж есть тропа. Что? Вот ты здесь. Че ты несешь? Поверь мне. Да ладно. Идем? Ну, до встречи. Так, ну давайте еще 2000, еще очечка навыка. Забота о безопасности. Сделать все возможное для защиты лагеря Lost Lake. Если нас не поймают. А что здесь вообще есть? Понятно, если сейчас дверь закроется, мы ее не сможем открыть. А, нет, сможем. Мне просто показалось то, что... Ничего себе, куда пилить-то... А что ты еще... Ну, это Арон Бьют опять. Ну, что ты еще может? Мне посоветовали вооружиться, но... У меня и так вроде нормальное оружие. Итак, короче, в каскадах у нас осталась одна работа. Ну, пока я здесь, я, кстати, хотел это очень посмотреть. В каскадах 86% выполнено. Одна работа осталась. Осталось две орды. Кстати, две. Почему две? Ну да, две. Два данных мэра. Два персонажа. И одно неизвестно даже. Вот. Вот так вот. А здесь у нас по красоте уже 93. Тоже так же осталась одна работа. Осталось одно данное Нера и две находки туризм. Две находки туризм. Туризм. Значит, там надо будет потурить. Где эти находки могут быть, я вообще понятия не имею. Туризм, блин. Небезопасно. Ладно, короче, прокачусь до заправки, а там видно будет. Может, кто-то еще со мной выйдет на связь. Вообще, Майку бы сказать обо всем об этом. В тот день, когда все заболели, я работал в начальной школе. В начальной школе Фервелла нам это не интересно. Я ориентируюсь... Типа на отметку миссии, хотя она мне сейчас не нужна, я хочу поехать заправиться. Все, и вообще пора мне уже баньки, раз я подъехал вот сюда и хотел там выехать. Давно не виделись. Да, и не увидимся. Ну все, 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 понял. Ладно. Все, надо заправляться и уезжать. Сделаю небольшой обход. Я еду на заправку. Ой, блин, сейчас. Да, я буду там. Да не буду я там. Я еду заправляться, а потом подумаю. Эдди, ты на связи? Во. Да, Дикон, говори. Я подарил ему пса, и это сработало, как ты и сказала. Ну, я рада. Знаешь, ты хороший друг. Ему с тобой повезло. Ну, вроде все. Вот так. Дик, ты меня слышишь? О. Ну, да, Бухарь, что такое? Я просто хотел сказать спасибо за пса. Да ерунда, брат. Он сам за мной пошел.
От него было не отвязаться. Что мне было делать? Эй, эй, слезь с меня. Давай, ну-ка. Сам за тобой пошел. Ну, слушай, я назвал его Джеком. Да, Джек бы одобрил. Нет, Джек бы взбесился, потому я так и назвал. Ладно, тише, тише, парень. Все, все, хватит, хватит. Ладно, Дик, я пойду. Конец связи. Обращайся. Ну, может, еще кто-нибудь с нами выйдет на связь. Дикон Сен-Джон, это Анна Такер, прием. Слышу. Дик, слышишь меня? Привет, Такер. Я еду к тебе. У тебя ко мне дело? Ладно, я заеду. Отбой. И знак вопроса. Мы едем к Такеру. Что-то подождет, он меня бесит. Заложник был. Вижу, вижу. Понял, понял. На помощь! Да вижу, вижу. Умоляю! Тихо, спасите! Тихо. Боже, помоги мне! Я понял, у тебя проблема другого порядка. Ой, тихо. Слышь ты. На помощь! Тихо, тихо, тихо. Умоляю! Спасите! А, нам надо будет еще за сапожный нож заюзать. Помогите кто-нибудь! А, она просто умерла, окей. Так, мы за сапожный нож закачали. На помощь! Иду, 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 иду. Спасите! Боже, помоги мне! Я видел все. Сейчас. Подожди. Тихо. Помогите кто-нибудь! Я знаю один лагерь. Что? Что? Лагерь? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Где больше платят. Кстати, а у Майка-то больше всех платят. Тысячу... А, не, у Майка-то нифига не платят. Тысячу доверия. Ну, доверие все, мы завязали с доверием. 200 баксов чистыми нам дают в Hot Springs, и впервые за очень долгое время мы отправляем в Hot Springs. Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поехали. Поговори вместе с Алкаем Тернером, он поможет. О, спасибо, спасибо. Черт, я думал, у меня конец. Мне, я бы сдох, понимаешь? Большое спасибо, я не... Спасибо, спасибо. Я Дикон, они меня знают. Ладно, беги, только аккуратно. Вот. Откроем новый счет. К Такер. У Такера откроем новый счет. Вот, за сапожный нож надо будет сейчас проверить, как он работает вообще. Удачно мы так увидели, это хорошо. Прямо он стоял, махал руками вовсю. Так, нам надо дубинку какую-нибудь или еще что-нибудь. У нас ничего нет для ближнего боя. Я думал, с ноги выбьем. Такер, я всегда очень рад помочь. Но это будет последняя работа у Такера, походу. Как мы только что смотрели. Это немножко печально. Но она будет, кстати, походу, очень важная. По причине того, что... походу, Элкай пропал. Ну, мы же слышали, она выходила на связь. А что там у нас? Тумала, Мэрион Форкс. Тумала... Понятно, я все думал, где черты находятся. А, я отметку-то не поставил. Ну ладно, я знаю, как ехать в лагерь, как. Это несложно все. Извини. Ухо потом. Ну, 200 кредитов, это, конечно... Надо было посмотреть на указатель, что там написано.
Вот, я поехал по дальней все-таки дороге. Надо все-таки сделать указатель. То я поехал, ну и свернул, да. Хотя не, я поехал по более-менее правильно, можно сказать. Ну, 1,8 километров. Так, бензина у нас достаточно. Сейчас будет самая проблема, походу, с успокоительным. Ты же не банка, нет? А, на тормоза придумал трус. Окей. Два. Три. Четыре. 5, 6, есть, 6. Все-таки 6, в два раза больше 6, отлично, 6, не 12. Ну я как бы, можно сказать, 50 на 50 остановился здесь. Банши и все остальные ждут до следующего, так сказать, выпуска. Мы едем через Crazy Willis. Crazy Willis, как всегда, наверное, какие-то перестрелки. А, еще надо было бы заехать на Орду Смерти. Ну ладно, ну, на мост смерти, но мы не будем пока что. Здесь, по-моему, всегда по классике остается фугас после... Я заявлю. Плюс я хочу здесь посмотреть, возможно, я какой-то туризм здесь пропустил. Керосин я точно пропустил. Плюс здесь, да, у нас здесь есть более скоростную штуку мы сделаем. Че, неужто в этот раз попадет мародеры? Мародеры пошли на фриков? Флаг вам в руки. Кто там? Ну извини, дружище. Ты же все равно начнешь стрелять. А, я этого. Это не я очень. Заберу. Нет, ты не заберешь пистолет этот дурацкий. Тряпка нет места, ну я могу поспорить. А хотя у нас все есть, зачем нам спорить? Бинты у нас есть. Аптечек вот нет. Ну ладно, что у вас тут еще есть? Банка. Бутылка. Можно взять. Раз можно взять бутылку, это хорошо. Так, здесь у нас ромашка. Так, еще и глушитель можно здесь возьму. Вдруг. У меня как так мысль появилась в голове, что здесь можно. Глушитель взять. Плюс травку. Crazy Willis мы очень давно не были. А еще одна травка. Стрелолист. Приятно. Вдруг глушитель есть, я пойду посмотрю. Ну, хотя навряд ли. А мы здесь его брали? Или дальше? Погода испортилась. А здесь никак ничего не было, да? Перелезть нельзя, ладно. Ну, жалко, что глушителя нельзя взять. Тогда я просто здесь поближе вылезу. Через крышу просто. Бутылочку возьму. Вот, и пойду к байку. Оп, нормально, безопасно. Такое уже... покрылась как бы, ну, от осадков уже оно, к
краска пооблупилась. Ох, красиво стоит, прям как на заставке, можно сказать. Ну, поехали. А, бензинчик. Всегда нужен. Сюда нормально так ехать. Что надо? Километры 7-то. Хорошо. Да, отлично вообще. Еще аптечка обычно валяется на дороге. Да? Ее и мы возьмем. Канистр тут вообще прям. Что вечереет, а это значит, что у нас... Походу отремонтироваться, а то у меня байк немножко это. Слышу то, что он у меня. Да, он у меня очень. Тут похоже. Это что такое? Куда он убежал? Ну-ка. Отлично. Ну хотя бензина будет меньше жрать. Какого волка делал? Волчара прям сломя голову побежал, наверное, услышал приканов. О-бум. Нормально это или нет? Ну, в воздухе закись, конечно, ни к чему. Ой, ну все, понятно, короче. Оп! Да вот это не надо у нас. Вода-то нам не очень дружелюбна. Ох, нифига себе, Рэгби стайл. Ну я так и думал, что такое будет, поэтому я притопил. Так, знак вопроса, поедем. Потому что там патроны в тот раз были. Я подразумеваю, что... Это здесь, да? Ну, где-то здесь примерно. А, да, вон чуть дальше. Блин, я думал, сидит кто-то. Блин, громила. А, нет. Тихо, пацаны, чё у меня? А чё вы там? Чё случилось-то? Ладно, давайте обойдём. Вместе посмотрим. Понятно, вы меня увидели, хорошо, хорошо. Тот случай, когда с ножа быстрее было бы нанести. Не надо, все, музыку можно выключать. Бой закончен. Ну я хочу как фрик залезть. Что здесь случилось? Ладно, я понял, что ты туда раз идешь, значит там что-то случилось, и я надеюсь, то, что там патроны. Да. Охренеть. А, нет. Ладно, посмотрим, что тут. Ну здесь, короче, просто охренеть. Коробка с гвоздями и... И в этот раз патронов уже здесь не будет. Спасибо. Ну ладно, сам приехал. Чего уж. Просто вот по первости я помню, да, еще раз мы же много раз приезжали, и там были патроны. Еще что-то прикольное было. Но, видимо, все уже. Халява закончилась. И временная отметка тоже. Короче, мне кажется, сейчас надо будет нам Лукая искать. А, блин, а тут взялась вообще?
Здесь была канистра. Ну, надо заправиться в честь того, что это, как называется, столько ехали. Только что звуков ты можешь издавать в секунду, так сказать. О, тут в туалете наконец сидит. Вот ее там крючат прям. Поговорить не с кем. Вот так. Вот так вот. Порядок. Ой, тут, тут народу вообще, кстати. И сова моя любимая. Ну, мы поедем отсюда. Здесь делать просто нечего. Ободаться с этим вот отребьем вообще лень. Ой. Но все равно указатель показывал там. Дебил, нет. Нет, Алкай сидит, вон, нормально все. Так, тогда одну секунду, время у нас... Ух, не хватит у нас времени ни на что. С нашими друзьями. Тогда с видом на вот эти прекрасные горы... Сейчас. Рядом с байком встану. Вот, с видом на эти прекрасные горы, домик и проекцию в виде нашего орла, всего остального. Где там автосейв был, окей. Ну, отсюда, думаю, продолжим.